Саратовский музей боевой славы будет всенародным проектом. Сейчас в регионе идет сбор средств на строительство нового музея. Жители области призывают принять участие в наполнении музея экспонатами. Чем готовы поделиться саратовцы и какие вещи из личных архивов можно отдать в музей, смотрите в нашем следующем сюжете. В Саратовском музее боевой славы проходит благотворительный марафон «Мы для потомков память сохраним». Участвуют ветераны войны и труда, руководители саратовских предприятий, представители трудовых династий. Цель марафона – привлечь внимание жителей города и области к музею трудовой славы, который сейчас создают в Саратове. Мы уверены, что у саратовцев дома, в семейных архивах, промышленных предприятиях, музеях еще немало есть экспонатов, которые могли бы передать в наш музей. А мы в экспозиции музея трудовой славы это достойно представим. Тут же передают и новые экспонаты из семейных архивов и заводских музеев. Документы, награды, вещи тех, кто строил и развивал Саратовскую область. В Совете ветеранов заводского района трепетно относятся ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. Поэтому дарят фотоальбом саратовца Ивана Шандурова, который в первые дни Великой Отечественной войны ушел на фронт. Он не выпускал из рук фотоаппарат в годы войны. И здесь фотографии военных дорог. Здесь и разрушенные дзоты, и разрушенные дома, и лица солдат, которые вместе с ним воевали. Вот память о Шандуре, память о тех солдатах, которые рядом шли, мы хотели бы, чтобы она была сохранена. Ветераны хотят, чтобы в будущем музее трудовой славы были представлены все саратовские предприятия, работавшие в годы войны на оборону страны. И это не последний дар. И не последний благотворительный марафон. Повторить его планируют в феврале будущего года. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.